письмо комиссара танкового батальона Фатеева матери. «Здравствуй, мама! Письмо твое получил, за которое большое спасибо. Мама, я очень рад, что ты от Шуры получила письмо, но я еще от него ни одного письма не получал, а ему писал. Чем это объяснить, я не знаю. Несколько слов о себе. Я сейчас нахожусь на защите нашего прекрасного города Сталинграда. Вытянут на должность комиссара танкового батальона. Деремся крепко. Наш девиз – ни шагу назад, умрем, но Сталинград отстоим. Привет бабушке, Нюре, Настеньке, Вере, Лиле, Лидии, Альбине, Гоге, Тамаре, Вере, ее сыну Капустину, С.Н., Борису Васильевичу, Любе, Мише, Краснову с фронта 83 и Марусе Огонин, и всем остальным родным и знакомым. Крепко целую, жду письма. Сын Юрий, 7 сентября 1942 года.